А теперь начинаем запись. Последи за чатом, прошу, у меня это быстро. Так, 4 зрителя. Маловато? Ну и ладно, 4 так 4, все остальные запись посмотрят. Либо не дождались, либо еще не пришли. Ребята, отпишите, звук нормальный, слышно меня хорошо? Скажешь? Да? Нормально слышно? Ну ты меня рядом слышишь. Да, Тера помирает в танке. Ой, я бы с удовольствием в танке поиграла. Я когда-то даже выкачала себе 7-ю ПТ-шку. Но... Так, стоп, у меня неужели задержка такая большая? Трансляция, задержка, кадров в секунду, кодирование. Нет, задержка не стоит. Так долго, да? Ну ладно. Так, ну что? Давайте, как есть, начнем наш рандом. В этот раз я вот нашла такое приложение Рандомайзер. Здесь прям сразу троих можно, я так поняла, выиграть. Точнее, выбрать. Вот, так что. Так, давайте, введите ссылку на конкурс. Заходим в нашу группу. И вот наша... Новость. 5000 подписчиков. Вставляем сюда. Наименование приза. Футболочка. Количество. 3. И тут уже сразу, кстати, пользователь должен быть подписан на сообщество. Сразу уже не надо будет проверять. Так, список призов пуст, не забудьте нажать на кнопку плюс. Ага, ну ладно. Конечно, ладно. Определить победителя, ага, понятно, вот так. 3 футболки. Определить победителей. Вращаем барабан, о боже. Так. Николай Константинов. Первый герой. Милена. Прости, Милена, не прочитаю твою фамилию. И Максим Радченко. Сейчас мы проверим ваши репосты. То, конечно, вы в списках есть. Но... 8 июля... Неужели... А, нет, вот есть. 5 июля. Прям на следующий день репостнул. Молодец, Николай. Поздравляю тебя. Чуть попозже я свяжусь с тобой. Узнаем твои параметры, скажем так. Дальше. Милена. Мышка такая красивая. Вот, тоже, кстати, 5 июля. Прям первые репостеры. Сейчас 3. Максим Радченко. Боже мой, тоже 5 июля. Сейчас я проверю этот рандомайзер. Может быть, он плохой. А, кто у нас поделился? Как посмотреть, кто поделился? Показать список. 121. Так. Ну да, они не подряд, они не из первых. Так, ищем, где тут мышка. Мышка, мышка. Конечно, ребята, я знаю, 3 подарка за 5000 это многовато. Вы бы хотели больше. Но, увы, пока так. Да, вот у нас есть наша Милена. И дальше не по порядку, значит, приложение сработало все по-честному. Ну что ж, ребята, поздравляю вас. Скоро вы сможете... Не знаю, чего вы будете делать с этими сувенирами. Может, и правда будете носить, а может, положите тихонечко в шкафчик, запрячьте подальше, чтобы никто не видел. Но, честно, от чистого сердца
Дальше, конечно, уже у нас будет, когда 10 тысяч подписчиков, мы тогда уже что-нибудь посерьезней, наверное, даже, может быть, своими руками сделаем. Сказала, сама даже не представляю, что будет. Самолет. Самолет, точно, самолет. Так, ну что? Да, Рафат не выиграл, ну и ладно, в следующий раз повезет. Все, всем спасибо, кто приходил. Спасибо тем, кто запись посмотрел, и спасибо всем за участие. Оставайтесь с нами, дальше будем стараться радовать вас интересными видео. Пишите, заходите в группу, общайтесь с нами, задавайте темы для видео. Все-таки вы нам очень помогаете, когда подкидываете какие-нибудь идейки о том, чего не хватает, о чем вы не знаете, что в принципе сложно понять или там найти, в чем разобраться, где денег не хочется просто вкладывать, не зная, что получишь. Вот, поэтому ждем от вас идей, всегда рады любой какой-то поддержке, что ли. Все, всех обнимаем, пока-пока!